Покорять вершины только на этот раз интеллектуальные будут и юные знатоки французского языка. Более 200 школьников со всех регионов России соберутся в Курске на Олимпиаде. Свободный диалог и устно неподготовленная речь на Олимпиаде будут особенно тщательно оцениваться жюри. Здесь школьник может показать все свои знания языка. Это одно из главных отличий Олимпиады от ЕГЭ. Победители на льготных условиях готовы принять многие вузы страны. Письменный конкурс включает работу с текстом, понимание текста, понимание письменного текста. Второй день достаточно сложное тоже задание. Здесь аудирование, то есть ребенок, участник Олимпиады, демонстрирует умение говорить на иностранном языке. Курск не раз уже становился местом проведения всероссийских олимпиад по астрономии, русскому языку, химии и технологии. Состязание по французскому начнется 28 марта и завершится 2 апреля.